Всем приветики. Я не знаю почему, но многим хочется научиться делать отрыжку. У меня как раз на канале есть видео про то, как делать отрыжку. И при этом у многих не получается ее сделать, а некоторые из них даже расстраиваются из-за того, что у них не получается делать отрыжку. Именно поэтому я записываю вот это видео, чтобы попытаться вам объяснить более подробнее, как ее сделать. Я не знаю, зачем вам это все нужно, но раз вам так нужно, то попытаюсь объяснить. На самом деле нет ничего сложного, нужно просто понять, как это сделать. Получается, вот, как я уже говорил, вы просто не дышите носом, а дышите ртом. Вот подышите ртом, просто подышите. Подышали. А теперь попробуйте потянуть ртом. То есть потянуть именно куда-то туда, глубоко вот в горло. То есть вот вы открываете рот и не вдыхаете, а именно тянете куда-то туда, вглубь. Так. Слышите такое? Оно как захватывает. Так. Такие щелчки совершенно. И после того, как вы услышите такие щелчки, в принципе, и в горле слышно какое-то такое ощущение, как будто там комочек есть. А теперь просто это есть то, что вам нужно. То есть вы захватили горлом воздух. А потом просто напрягайте горло немножко и выталкиваете этот воздух, который захватили назад. То есть вы просто откроете рот и тянете. Таким вот образом. Ну вот, типа таким вот такого плана. Вот. Но не злоупотребляйте этим, потому что не стоит организму учить отрыжка, это все-таки не очень для организма. Так иногда, не каждый день, иногда, редко. Вот. Потому что когда вы будете часто делать, у вас потом сама отрыжка будет выходить. То есть, если вы это будете постоянно делать, ходите там, то потом у вас просто она сама будет выходить и просто будет жать. Потом будете ходить, и у вас будут проблемы, я не знаю, с чем от чего это идет, от желудка или чего. Просто оно само просто часто будет рогаться. Поэтому не нужно так делать. Вот. Но в целом нужно просто, если вам это нужно, то именно тянуть, вот, чтобы услышать вот эту штуку, когда тянете туда. Вот, надеюсь, теперь вам станет понятнее. И еще раз повторяю, не нужно этим злоупотреблять. На этом все. Всем покедова.